Отец наш, который небеса, прошу Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца. И чтобы мы компактно все воспринимали. И чтобы был вкус, как у манны. Амин. Элохим ая бацмо ветипер леам Исраэль. Написано на горе Синай, Бог сам явился народу Израиля, говорил с ним. Бацад эхад катув, ша кол атэмэль азэ, зэ маком ле Израиль. С одной стороны сказано, что вся вселенная не может вместить подошву его ног. А Валькану ая медабер имам Исраэль. А здесь он спустился сам и говорил с народу Израиля. А зэнэ бигразэ ешка зэ битуй шел цимцюм. Так что есть вот это понятие умоление. И вот сам Бог сошел, чтобы говорить с народом Израиля. И также в этом формате умоления можно понимать так, что Бог сам Всевышний говорил через пророков, а в последнее время говорил через своего собственного сына. И также в послании к Колоссянам написано, что «Коль гдулат Элохим», о, как там сказано, полнота, «гдулат Элохим айта бетохо», бетохо Машиах. Вся полнота Божья была в Мессии. Вэйшару дабер альзе аработ, вэйшару... И можно много говорить об этом. Аваль бэгадоль зэ... зэмэ дабер аль цимцум ше Элохим. Но во всех этих случаях мы имеем дело с умолением Бога, когда Он унизил себя, чтобы быть доступным и понятным. И что мы учим из всего этого, что Бог молит себя для того, чтобы послужить нам. Что же, как же нам один относительно другого вести себя в связи с этим? Как? Это вопрос? Нет, это был вопрос. Смириться. Немножко нос свой не задирать. Знать, как послужить один другому. Это послание, ясное послание Нового Завета. Так что если ты думаешь, что весь мир он крутится вокруг тебя. А с ходом кол кого, да так цацуде. И с одной стороны, снимаешь шляпу, ты немножко прав. А барбегадор, а цацуре льет мишарет. Но с другой стороны, ты сильно ошибаешься, потому что ты должен быть служителем, прежде всего. Взе, итгалек кола коах. И в этом явно будет вся сила благовестия. А баланиру целых взор, лех, мошемар, камар, параша, Парашат Шаво, меод-меод ашира. Я хочу вернуться к Параше, потому что Марк уже отметил, что это очень-очень богатая тема Параша. Они недели. И я хочу продолжить и несколько уроков рассмотреть из этого недели. Тора мигала лану шлоша судей шел мицвот. Три вида заповедей открывает для нас Тора. Ми яхол лагид эле. Скажите, какие? Идут Мишпатим и Хука. Коля того. Знания и суды. Он открыл мне Мишпатим. Мишпатим это суды. И вся это. Постановление.
אני הייתי אומר משהו שמובן מאליו לכולם. Я бы сказал так, что это нечто, что однозначно понятно для всех. אנחנו זוכרים שבזמן מבול העולם הישן נהרג בגלל חמאס שהיה חי בתוך האנשים. Мы помним, что во время потопа весь мир был уничтожен из-за того, что преступление жило в внутренности каждого человека. Теперь кодыш мештамшим мила хамас. И писание, священное писание использует это слово хамас. Хамас в иврит זה כמו מרידה, хет מאוד חמור. Теша, как? Грабеж. И хамас можно перевести как очень страшное такое преступление. А бенадам офех лиот кэзэ ахзары. Когда человек становится фактически животным, он жесток. Эфех мемишарет. И он обращается в свою противоположность. То, что он был задуман служителем быть, он обращается в тот, кто пожирает. И Бог уничтожил этот мир. Вы боитесь, коль анашим, ше бау ми Ноа. Так что все потомки Ноя, боитесь, киблу маше некра хоким эхли йод. Они восприняли от Всевышнего, они получили законы, каким образом им надлежит вести себя. В бекол олам есть мале дварим археологим. И во всем мире находят археологи множество вещей. Ше поход ютер домим ле асерет адиврот. Поход ютер. Которые свидетельствуют больше или меньше о 10 заповедях данных Пулям. Это что-то, что базисное для всех народов. Альтигнов. Не кради. Альтирца. Не убивай. Кабетет авиха веймеха. Уважай родителей. Кабетет маш ешле крабеха. Уважай собственность ближнего. Альтухалим дам. Не поедай вместе с кровью. Кабетет элоим. Уважай Бога. Поход то ютер. Бекона амим айют варим каэле. Более-менее, почти в каждом народе есть подобные вещи. Хамурапи, в Мицрим, в Кормаку, Моцин. Вавилонян, законы Хамурапи и многие другие вещи. Везе машу басиси. Это что-то базисное. Вас, сука, митцвот эле, в Танах, походу, ютер, у некра мишпатин. И так или иначе, вот такой вид заповеди называется мишпатин. Авал, лишарет. Что-то понятное, базисное. Авал, лишарет лелухим. בחוז, בחוזה, ב, 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 בתשוקה, זה לא היה ממש מספיק. Но для того, чтобы служить Богу всей своей силой, всем своим влечением, этого недостаточно было. אז אלוהים בחר לעצמו עם. Так что Бог избрал себе народ. מה השם של העם הזה? И какого, каково имя этого народа? ישראל. ולישראל הוא נתן מצוות מסופות. И он дал народу Израиля дополнительные заповеди. Идут. Идут, которые можно назвать, на иврите называть слово. Идут. А валерный таргем с мила идут. Свидетельство. О машу шезе ютер леуми. Мавдил. Мияэд. Масбир шата бецад. Это что-то, что отделяло народ Израиля от всех остальных народов. Ледугма. Например. Бритмила. Обрезание. Ледугма, шмират шаббат. Или, например, сохранить субботу. О, кашрут. Или кашрут. О, хукей нида. Или законы чистоты. В конечном счете, они были свидетельством для других народов. Шезе ам муфхар, шеу шоне. Что это особенно избранный народ, он отделен от всех остальных. Вы ешь идут мисуям аля амазе. И есть некое свидетельство, нечто, что отделяет. Нет, ходим, кому вам ходим. Праздники, мы забыли праздники, если этого может быть. Не что там отборим шаму, а вот поход ютер. Мы виним, есть маш шеклалим бе кола улам. Есть нечто общее для всего мира. Ве кол миша поход ютер патуах лифне элуим. И тот, кто больше или меньше открыт для Бога, ютер, лигнов зелетов. Он знает, что
даже те, которые не открыты, они тоже знают. Нахон, ликнавлёто, ликнавлёто. Красть нехорошо, убивать нехорошо. Вене, ли Исраэль ешь машу ютерну. Но у Израиля есть что-то особенное сверх того. Везелану, зелану, хевре. Это нам, это нам. Альта гиду, ахарка, шелё шаматен. О том, чтобы вы не говорили, чтобы не слышали, вы отвлеклись, или вообще бегали в туалет. Зеканка тут, зелану. Это написано здесь, и это надлежит нам исполнять. А варьеш от сукшила митцвот шникра хука. Но есть еще один вид заповеди, который называется хука. Ве хукот, зе хелек мя хукот, зе митцвот шен... Кен, хука, шар, хука, хова, закон, устав. А варь кашел там лавин. И это такие заповеди, которые не так просто понять. Ледугма Маши Бахпараша Шевуазу Хукат Парадума. И, например, заповедь, которую мы читаем в этом недельном чтении о красной корове. Ми холь ая лагиле махшива. И кому может прийти в голову вообще? Лисров парадума. Взять особенную красную корову, сжечь ее. Вахарках мяфаршила. И ее пепел. Ласотка за бокс, шприцка за бокс. Сделать такой коктейль. Векшата шофеха за бенадаму фехлиот на ки метумат мажа. И ты выливаешь это на человека, и он очищается от смертного греха. Бенадам, бмох шилуле холагиле, примашива. Своими мозгами мы не можем прийти вот к такому. А валь еш дворим каэле бетура. Но есть такие вещи, которые... Шеелухим бхохмато нотен. То, что Бог мудрость своей установил, чтобы те, кого Он приблизил, Его народ, они были более святы. И во втором послании к посланию Петра. Во-первых, крещен по пасуке срым. Первой главе, 20 стихе. Шанка туфкаха. Написано так. Шедаварми вуи каше лавин аче зе коре. То, что пророческие вещи очень сложно понять до тех пор, пока это не произошло. Вебаэцем хука аль парадума. Так что вот это вот постановление о красной корове. Ше ам Исраэль ая шомер, ве шомер эт ацмо, наки лифне элухим метумат мавет. То, чтобы народ Израиля хранил бы себя от нечистоты. Зе ая баэцем небуа. Это было пророчество. Аль Иешуа. Аль Иешуа. Беегенет эле иврим. Послание к евреям написано. Баофен барур кату. Очень ясно написано. Ше баото цура. К моше и крив от парадума. Таким же образом, как приносилась жертву красная корова. Мехуц ле махане. Которую выводили за стан. Ле аль яде ядаем шела ковен. И не руками священника. Эле мишу. Бенадам пошел. Кто-то выбирался какой-то человек. Вот это Маркарай Машиах. То же самое было исполнено с Мессией. Цальвото Михуцле Иерусалим. Его казнили за пределами Иерусалима. Цальвото Ромин. И его распяли римляне. Рак Бенухахучила Кованим, Эмлёна Губо. Священники, да, присутствовали, но они не прикасались к этому. Ве Миша Я... Хелек метаалих цливата Машиах. И тот, кто был частью вот этого процесса распятия Мессии. Бедюк Моше, а я хелек метаалих шел срифат парата дума. И подобно тому, как были люди, которые принимали участие в сжигании красной коровы. А пахли йод лёнаки. Они становились нечистыми. А тем зухрим эхем цааку. Даму алейну. И они, помните, они кричали. Его кровь на наших головах. На наших головах. Ашима, ашима. Коля имена за алейну. То есть они как бы провозглашали вину на себе и не свою нечистоту. Каяфа, я умер каха. И Каяфа, священник на то время. Один ща нахну не сболь. Он говорит, что лучше один человек погиб, чем весь народ погиб. Бекице, коляхад миша миштамеш ба афар ба боца за мепарадума. И тот, и всякий, кто использовал вот эту вот смесь пепла красной коровы с водой. О, миша, я ба лейлухим вемаамин ша курбан шел ешо минаке наки метумат мавет. И тот, кто
приходил к Богу с верой, в распятого Мессию, он был очищаем от смертного греха. От нечистоты. Поэтому я рацую ли Элохим. И он был угоден Богу. А с поэтом шам от Бамидбар. Так что там, в пустыне, аю матхилим иссодот шел геула. Бог закладывает основы избавления. Вегеула лорак мехет. И искупление не только от греха, элеме маве, от смерти. Ма нашим походим от Чего больше всего люди боятся? Люди всего больше боятся смерти. וכתוב בירד אל הרומים פסלני קרימלן נגיד שכל בריאה צועקת מכאב לאלוהים все творение вопиет от боли к Богу מבקשת רפואה и просит избавления исцеления. כאן אנחנו רואים יסודות. И вот здесь мы видим, как закладываются эти основания. ונבואה מאוד ברורה על ישוע. Это очень ясное пророчество о Мессии. ושאלתי שההבנה הזו על חוקה הגיעה לעם ישראל. И моя молитва о том, что понимание вот этого постановления, оно пришло в народ Израиля. שזה פשוט הגיע. Чтобы это действительно пришло. Вот דבר מה אנחנו לומדים פה. Что еще мы учим здесь? וזה בפרק 20. 20 главе. וכאן כתוב, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישם העם בקדש ובחימת שם מרים ותקבר שם ולא היה מים לעדה. И пришли сыны Израиля и все общество в пустыню Син, числа, 20 глава. И остановился на народ в Кадесе, умерла там Мирьям, погребена там, и не было воды для общества. И собрались все против Моше и Аарона. Машу музар по коту в Кодем Коль. Здесь что-то странное написано. Кодем Коль, она тут цельхим лавим, что... Кама зман ам Исраэль я бамидбар, не шизухэр. Помните, сколько времени... Какое время был народ Израиля в пустыне? Ватко, коле сипур, заяло тех бестем шана-шана вахэть улайшнатаем бамидбар. Вот до этого момента все, что прошли израильтяне, это примерно год-год с половиной. А вальба пасука зэ нахну курим аль ктица безман. Но здесь мы читаем в прыжке во времени. ופוזה פלוס 38 שנה. То есть здесь скакнули сразу. 37 שנה. Скакнули сразу примерно на 37 лет. Поэтому אנחנו לא ממש יודעים מה קרה בתוך 38 שנה האלה. И мы не очень понимаем, что же произошло на протяжении 38 лет. Любим אנשים שמתנגדים לאמונה שלנו בישוע. Иногда люди, которые сопротивляются нашей вере в Иешуа. הם אומרים לנו. Они говорят так. Они говорят так. И вот вы читаете, что есть Иешуа, который родился, дожил до 12 лет. А дальше уже прыжок, и получается, что ему уже 30 лет. Где он все это время находился? И есть всякие разные рассказы и истории. יש פה קפיצה לכל העם שלנו. Здесь мы видим аналогичную ситуацию, когда весь народ скакнул на 37-38 лет. ולא יודעים מה קרה. Мы не знаем, что там происходило. איפה היו בדיוק? Что, где они именно были, точно? יודעים שפחות או יותר היה הכל אותו דבר. Мы можем предположить, что примерно было то же, что мы читали. כל דור שיצא ממצרים מת. И написано, что все поколение, которое вышло из Египта, оно умерло. ואינה קאם קואר ילדים שלהם. И вот мы здесь имеем дело с их детьми. ופתאום כתוב מרים מתה. И вот вдруг написано, что Мирьям, сестра Моше, умирает. ואין כאילו באותו מקום אולי כאן הם הגיעו לקדש ואין מים. И вот они прибыли в Кадеш и нет воды. ואנחנו קוראים במדבר פרק 20. И мы читаем в книге чисел в 20 главе. אז מדרש על זה אומר. И мидраш поясняет эту ситуацию. שלמרים הייתה מתנה.
что Мириам имела способность лимцом майм лейдат Израиль, да, и находить воду. Она была пророчица, она находила воду для. Кама гадоля ям Израиль бамидбар мишу зухер. Сколько людей было, сколько израильтян было в пустыне? Умрим шалош миллион. Есть такие точки зрения, что это 3 миллиона было. И манахну суфрим эрев раб милдей бихлад, там айма юша. И то, что сказано о сынов, сынах и племенах, там написано великое множество. Если нет этих 3 миллиона, сколько значит великое множество, мы не знаем. Улайза я камучил ир Бейджин. Может быть это, а Бейджин это где? Шанхай. Шанхай. Может быть, это примерно население Шанхая. А на кто людям бедил? Мы не знаем точно. Ваялен гамцон раб. И еще там сказано, что у них было великое множество скота. Мишу пам аса кемпинг. Кто-то привалы делал когда-нибудь такие кемпинги? Ми аса. Кто сделал, кто не приедел? Ми бамишпаха шанха аса кемпинг, шейла. Ну, это вопрос был. Кто своей семьей делал кемпинг? Поднимите руку. А тем юцими марехем има ое, решлушаем им. Вы на 3 дня выезжаете на своем автомобиле и несете с собой палатку. Да тем холозман выкинем рожь, кама, майла каха, кама, ухала каха. И вы такие напряженные все, сколько же надо воды взять, сколько надо еды взять, сколько и все чего. Вы есть ахэм мишпаха гдола, а тем афилу адрадесер ишула. И у вас огромная семья, может быть, человек 10 набирается со всеми. Затем мамаш бы кеев рожь. Собаки есть тоже. Нахон, затем любим на эфолахниз это. Нахон, в эфо хатуль шели. И у вас... Мани как ли хатуль шели. А еще жареные рыбки еще есть. Эмаю, шалош, лай, шева миллион иш. А их было много там в пустыне. Говорят 3 миллиона, говорят больше. В этом их были лахшов, майм в охер. И вы понимаете, какая-то логистика, в каждому дать в зубы еду и воду. Это хаваль азман. Это вот хаваль. Это полный хаваль. Да окей, мохля я пощут мед. Ну ладно, ладно. С едой мы решили, она падала. За нофель мишамаем, а тарах осеп. И ты только а. Да осеп у метлонен. И ты собираешь это и жалуешься. И собираешь и жалуешься. Рацити синта им тхина в ататататали антрикот. Я хотел такого-то и такого-то вкуса, а ты мне дал пережаренного. В мае. В Мидраш умер, в мире моя матана. Как зе оло, как она... Мидраш говорит, ну, то, что мы знаем, что она была пророчицей, это написано, но Мидраш говорит, что вот это вот одно из проявлений, то, что она могла отыскать воду. А ты не думай, за кому-то мать, кому не это какое количество воды нужно было на всех? Кому Ниагара. Ниагара. Ниагарский водопад. Если кто видел Ниагару, вот это примерно. А я шаммашу. Но что-то такое было. Питом имеет, а? И вот она умирает. Вей май, о хасер май. И нет кому найти воду. А зэм цоаким ле Моше. И они кричат Моше. Вепо нахну курим ал сипур мен музар. И вот мы читаем очень странную историю. Шув, Моше локех это папате. Моше берет палку. Посох. Хрули мате. Дайте палку. Вот это вот. И мы будем думать, что это примерно то, что было у Моше. Она так тоже переворачивает. Вебекас. И он с гневом. Но тен махот басер. И начинает лупить по скале. Вемаем баим. И, соответственно, вода вход. Велухим умер, бигляще ло. И в этом душа лети консули эрец амуфтах. И Бог говорит ему, из-за того, что ты не явил в это мою святость, ты не войдешь в обетованную землю. Майя таучил Моше, Мишу Зухер, в чем была проблема и ошибка, может кто-то помнит? Сказать было. Два раза. Лё. Сказать надо. Зенахон. Лёя
Он не должен был прикасаться и к скале, он должен только сказать. Но в книге Исход, в 17 главе, Кшиам Исраэль яцан Мицраим, за 38 шаним лифней, 38 лет тому назад, когда народ Израиля вышел из Египта, аз, а я гам хасер майм, и тогда была история, что не хватало воды, ваэлогим амар ле Моше, тика басера, и там Бог сказал ему, а ну ударь по скале, есть шам кцат бая, и там есть проблема. В сефер Шемот медубар аль цур. И в книге Исход говорится о скале. Вебасефер Бамидбар медубар аль села. И в книге Чисел говорится о... Тоже скале, но другое слово. Нахон. אני נסיתי, שם מדובר על צור ופה על סלע. אלה שלא יודעים עברית, תגידו, צור. צור, скажите, те, которые не знают, те, которые знают получить. צור, צור. יש ביטוי כזה, צור ישועתי. Есть такое выражение, скала моего спасения, צור ישועתי. ומילה סלע, זה גם כמו צור, אבל זה סלע. А סלע, это тоже... Миша, יש הבדל במילים? Эвен Цур. Окей, они носители моды татания, Короче, я одел очки дома. Я посмотрел все внимательно, я не нашел много различий. Аваль меот барур. Но очень ясно. В бабрита хадаша гам кату. И в Новом Завете также сказано, Машиаха можно распинать только один раз, два раза его не распинают. Ну да. Памехад умет, однажды он умер, ветамлетхия, он воскрес, веальтахте, альтасехе, и не греши, и не распинай его второй раз. А та царих памашня рак, у памима баота лаге лаврак бетфила, бабакаша тенли. И ты должен приходить множество раз и в молитве обращаться к нему, дай мне. Ки им ата типоль бахет, ведь насе от памлацлив, это Машиах бахатаим шелха. Потому что если ты начинаешь преднамеренно грешить, то вновь и вновь ты распинаешь Иешуа. Ас яхоли йоша тати бедюк мо Моше ве Аарон ве лоти канес ле эрец амуфтахат, зе амесер. Это история, когда Моше и Аарон, они не были допущены в обетованную землю, возможно, ты уподобишься им в этом, когда ты дважды начинаешь, второй раз начинаешь распинать Иешуа. Что мы учим из этого? Пама ахат, Элохим шалахет Иешуа ламут авурейну. Однажды, один раз, Бог послал Иешуа, сына своего, умереть за грехи каждого из нас. И не было нужды еще раз распинать его, рак еще левакеш, раз по скале, рак только просить. Это для нас очень сильная картина. Зальзель, не пренебрегать спасением, которое мы получили. אנחנו לפעמים יורדים ברמת הקדושה שלנו, זה אמת. Иногда наша святость сильно снижается. ואנחנו צריכים להגיד אלוהים בבקשה תשקם אותי. И мы нуждаемся в том, чтобы просить у Бога. אני מאמין בצלב של ישוע. Отец, во имя Иешуа, я верю в крест Иешуа. אני מאמין שבן שלך מת וקם לתחייה עבורי. Я верю, что твой сын умер и воскрес из мертвых. Но если ты вновь и вновь возвращаешься к своим грехам, есть проблема в этом. Ты должен понять. Иногда это случается. Ну, случайно, получилось. И ты каешься. И ты прибегаешь к Христу. Шипур,
שאלוהים דורש מאיתנו. И этого исправления Бог требует от нас. Чтобы большую часть того времени, когда мы после того, как мы уже нашли Его и приняли Мессию, чтобы мы были в молитве. Если я чувствую, Господь, я не в порядке, дай мне силу. Помоги мне. Ты штамеш бы два родонай. Используй слово Всевышнего. Ты штамеш бы ахим бахайошилха. Используй своих братьев и сестер. Киила. Общину. Ты не видим, что есть кох в киила. Вы знаете, что есть сила в общине. Есть же нашим, что умрем, они не нужны в киила. Есть люди, которые говорят, я, мне не нужно. Они бы интернет моце киила. Вот моя община, интернет. Есть по миллиона нашим. Есть миллионы там. Да, они не нужны киила. И мне не нужна какая-то маленькая община. То есть мы говорим, альта азов киила теха. Они хотят яйом и мила мишпаха, ты зовем? Писание говорят, не оставляй своей общины. И вы помните, я сегодня начал со слова семья. Мишпаха злета мидмаком мушам. И семья это не всегда идеальное место. Лифамим ба мишпаха есть коши. Иногда в семье случаются всякие разные сложности. Ваелет питом отхилла ргиш кцат орим кведим алай. И иногда ребенок начинает чувствовать, что это за деспоты эти родители. Вы в руце леброха мишпаха. И он хочет побежать и освободиться от семьи. Мэр митхатэр. И я быстренько женюсь. Да не кинь это мишпаха шили. И у меня будет моя семья. В ахапках, я будет сам деспот. И когда он достигает 30 лет, и то Матхила говорит, а вы мои чудаким. Ой, он говорит, ой, мои папа и мама, как они были правы, говорила мне мама. Хебре, в мишпаха лёд амид аколь мушлам. Не всегда, ребята, в семье все идеально. Абаль, в мишпаха ешь. Но всегда в живой семье есть процесс, который происходит. Векох мишпахти. И сила, которую дает семья, которую дает семья. И она высвобождает силу с небес. И ты можешь сидеть вокруг стола и вместе кушать. אתה יכול לקחת ביחד סעודת האדום. И ты можешь принять причастие вместе с семьей. ואתה יכול לקבל כוח משמיים. И ты можешь получить силу с небес. וזה הרבה יותר גדול ממה שאתה תוכל לעשות לבד. Это гораздо, гораздо больше того, что ты сам один можешь сделать. כשאנחנו ממשיכים ב... פרשת שבוע. И если мы продолжаем наше недельное чтение, אנחנו מגיעים לקטע של נחושתן, ואנחנו כבר שמענו ממרק. Мы уже слышали Марка о נחושתן, медном змее. אז לא רוצים לדבר על זה. Не будем говорить об этом. אבל הנה עם ישראל מתקדם. И вот народ Израиля продвигается. ויש להם שלושה אירועים. Три мероприятия происходят там. הם צריכים לעבור ארץ של אדום. Они должны пройти сквозь землю Эдома, через землю Эдома. Эдом זה קרוב משפחה. Эдом это близкий родственник. בן דוד של בן דוד של בן דוד. Дядя, дядя, дядя. אבל קרוב משפחה. Ну, короче, седьмая вода на киселе, это называется по-русски. Аваль. Но это все-таки семья. Ве эм пара цули лахэм. И они, эта семья, хочет воевать с нашей семьей. Ве Элохим омер ло. И вот и Бог говорит, не воюйте с ними. Еш пугам невуа. И есть в этом пророчество. Ти ахарках, ве невиим анахну руим. Потому что позже в книгах пророков мы видим, ше и есть шалом бен Эдом в Израиле. Мы видим, как устанавливается мир между Эдомом
и Израиль. В альпи авана иудит. И в соответствии с еврейским пониманием. Эдом айом зе улама нуцри. С еврейским толкованием Эдом символизирует сегодня христианский мир. ופתאום אנחנו רואים מול העיניים שלנו. И вот вдруг перед нашими глазами мы видим, איך לא כל האדום. Мы видим, что все еще не весь Эдом. אבל רבים מאדום. Но многие из Эдома, то есть многие из христиан. פתאום מקבלים על ידי התגלות מרוח הקודש לב אחר לישראל. Вдруг от Бога принимают новое сердце по отношению к Израилю. ותדעו. תדעו שזה לא, זה קרה, זה קורה עם עזרה גדולה לתנועה משיחית. И вы знаете, что это все это происходит большим вмешательством мессианского движения. כי חבר'ה משיחים, יהודים משיחים. Потому что ребята из мессианского движения. שאנחנו מרגישים את עצמנו 100% ישראל. То есть мы, те, которые чувствуют себя 100% израильтянами, и мы воспринимаем посланничество, и я сейчас не боюсь этого слова посланничество, апостольство, я бы сказал, и неважно, сколько ты в вере, ты выходишь вовне, ואלוהים נותן לך כוח לדבר. И Бог дает тебе силу говорить. ואדום פתאום חוזר בתשובה. И Эдом кается. ומקבט את אח שלו. И он начинает почитать своего маленького брата. Израиль. Израиль. ולו היה שם מלחמה. И если тогда отцы наши бы устроили войну с Эдомом, Азулай, Акшабло, пишу по нему, Элоим, Руим, это Шипуразе. Как знать, было ли бы сейчас вот это улучшение, это исправление христианского мира и разворот в сторону Израиля. Перек 21 катю, 21 главе написано, Шахар, Шемло, Хубадер, Эдом, Пану Ямина, они не пошли такие через Эдом, а приняли вправо. נפגשו עם המלאק. И там они столкнулись с Амалеком. והמלאק זה תמיד אויב. Амалек это символ врага Израиля. אז там פרחסלו. И вот их надо было. ואחר כך אנחנו רואים שהם מגיעים ונפגשים עם סיחון. И вот дальше, закончив с Амалеком, они прибывают и встречаются с Сихоном. ודווקא פה מדובר שניצחו את מלך סיחון. Написано, что они победили царя Сихонского. ומי הוא היה בכלל? А кто он такой был вообще? אמורי. אמורי. וחבר'ה האלה היו גרים כאן. Они жили здесь, אמורי. ולא ממש ברור מהם. И не очень ясно, кто это такие вообще. מי ממכם פעם קרא ספר, או אולי ראה סרט, על ענקים. Кто-нибудь из вас читал какие-нибудь книги или, может быть, фильмы смотрел о великанах? אתם זוכרים את הגיגנטים? בפובויה. זרנשקה. ג'ק ו... בפובויה. как בפובויה זרנשקה сказать? Хумус, короче. Там сухрим, сам это бадама, и потом за годер говорили мало, вы есть там на килим. Вы помните, как этот Джек, он садился по голову зернышко? Китния. Китния. Китния, Китния. И вот он сажает эту китнию, она вдруг вырастает и уходит. Ми зухар это сикурозе. Кто это помнит? А вы помните такие рассказы? Лифамим анашим хошим, что сипурей цавта. И иногда люди думают, что это все бабушкины сказки. Зело. И это нет. Зеулай сипур цавта. Это если у вас была такая бабушка, может быть, это она рассказывала на кисках. А валь беймет зе дворим шепа мою. Но она таки рассказывала из того, что мне рассказала ее бабушка. И это вещи, которые были. Вы покидвей кодеш.
кодеш. И Священное Писание. Успокойся. Остапа не слово называется. Бабришит баперек шеш. Бытие, 6 глава. Шам катув, ше бне Элохим рау бнот шел Адам. Написано, что сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы. Беавана Егудит заю Малахим ше итхилу роман им банот. В еврейском понимании это были ангелы, которые решили вступить в интимные отношения с дочерью. Веналду нефалим. И от них родились нефалимы. Веайом моциим отцамот шела нефалим. И сегодня находят скелеты вот этих самых нефалим. Шалош метр, арба метр, хамеш метр. Три, четыре, пять метров в длину такой вот. Вообще, бне Исраэль. 38 шана ме никуда азу лифней нихнесу, а там зухрим это мираглим. И когда 38 лет тому назад от этой истории, вы помните разведчики наши? Эм нихнесу ле эрш канан. Эм рау это анаким аэле. И сказано, что они видели этих великанов. Вэм амру анахну иргашну кмо кмо хагавим мула мула анаким аэле. Саранча. И мы, говорит, почувствовали, как будто маленькие кузнечики в сравнении с этими вот. Сихон уая эхад меэле. И вот Сихон, он был один из вот этих вот. В мидраши мисаприм коль мене сипурим эху нолад. Есть мидраши многочисленные, которые рассказывают подробности, как именно он родился. Абал зая иш анак. Короче, большой человек, очень. וכל העם שלו היו ענקים. И весь его народ были великаны. ומאנשים קטנים שהיו בחיים מסביב הם קיבלו כסף בשביל לשמור על הגבולות. И они собирали дань с малорослых вокруг них, которые росли, чтобы вот как бы быть охранниками там. וכשעם ישראל היה אמור להיכנס פנימה. И когда народ Израиля должен был войти в Ханаан? Они хочет, что им тавсу козе пахат для нормали, а не Израиль. Израильтяне, они получили такой страх. Ки кшата руэ оев, памаем гаву мимха о афилу ютер. Потому что ты, когда ты видишь врага, который превышает тебя в два с лишним раза, Зенура. Просто это ужасно. ודווקא אחר כך אנחנו קוראים בתהילים ובמקומות אחרים וניצחנו סיחון ואוג. Но дальше мы читаем в книге псалмов и в некоторых других книгах, где провозглашается, и мы победили Сихона и Ога. זה אומר שאתה סומך לא על כוח שלך אלא על כוח של אלוהים. Это говорит о том, что если ты надеешься не на свою силу, а на силу Божью, он помогает тебе воевать и побеждать вещи, препятствия, врагов, которые гораздо больше, чем ты, и гораздо больше превышают тебя. Мелех Давид умер על זה. И царь Давид говорит, что он ницех בכוח אדוני דברים גדולים ממנו. Царь Давид, Давид это свидетельство того, что он побеждал гораздо большие вещи, чем он сам, например, Голиаф. Я не знаю, есть ли сегодня в наши дни великаны. Может быть, вот эти Йетти и прочие всякие в горах. Может быть, не знаю. Но батуах, что молену лифамим есть дворим, שמפרים לנו ואנחנו מרגישים איך אני יכול להתגבר על זה. נו, и сегодня мы, каждый из нас переживает такие вещи, когда мы в страхе, в диком ужасе, когда мы не можем себе представить, как я могу преодолеть это. אבל כמו שכתוב במזמור. Но написано в псалме. אחד תגרש אלף. Один прогонит тысячу. ושניים עשר אלף. И двое прогонят 10. И никто не отменил это обещание Всевышнего. Вот здесь мы видим воплощение этого обетования.
Я уже сказал, что есть много странных вещей в этом недельном чтении. Но это все, все эти странные вещи, они не отменяют, а наоборот подтверждают нашу веру в Господа. И его сила не ослабела, и он хочет помогать нам. И матра, я рад это, меймуна. Если ты умолился в своей вере, сезманхала взор, это время вернуться и возрасти. Принасот, принацех, говорит Чумфринга. И начать побеждать вещи, которые гораздо сильнее тебя. Рав Лискор, шлуша дварим, шеламата по парашазу. Только помнить о трех вещах, которые мы изучили сегодня. Иешуа, труфа мушлемет, мепахад мавот. Иешуа – это совершенное лекарство от страха смерти. Мо пара думатем зуфрим. Подобное красной телице. Штай. Второе. Тие кадош кмоше ву кадош. Будь свят, как Всевышний свят. Это лев байрат Адонай. И следуй в страхе Господне. Не греши преднамеренно и не распинай вновь и вновь Мессию. И тогда ты сможешь получить от него силу. Побеждать Сихона и Ога и любых великанов. И прогонять тысячу и даже 10 тысяч, если вас двое. וניקודה היפה הזאת אני רוצה לסיים בתפילה. На этом красивом моменте я хочу закончить молитву. אבינו שבשמיים. Отец наш, который на небесах. אני חש. Я чувствую. שיש בינינו הרבה אנשים. Что среди нас есть много. שמרגישים ענקים מולנו. Которые чувствуют, что им противостоят великаны. אבל אני לא רוצה שנתחיל תמיד לחשוב על ענקים. ואני רוצה שאנחנו תמיד דומים על אותם великанов. אלא קודם כל נחשוב על דם היקר של צי אלוהים שמת עבורנו. Но прежде всего вспоминали и думали и молились о крови и драгоценной крови Иешуа Мессии, который умер за нас. Аба, חדש בנו. Обнови нас. תמצית של אמונה, כוח של אמונה. אבנני בנס, ישועה. סיו וירי, ספסיניה. ותעזור לנו להתהלך איתך. ופמדינם, סלידו את זה תבואי. ולצבור כוח. היא פנימה את זה תבי סיו. להילחם בענקים. סיו ואיבד סיליקנטים. אני מתפלל עבור מצבים שונים. Я молюсь сейчас о всяких ситуациях, связанных со здоровьем, или связанных с проблемами в семье, или с деньгами, или с работой, или с депрессией. Отец во имя Иешуа Мессии. Я прошу тебя сверхъестественной силы и победы. לכל אחד. Для каждого. מי שפונה עכשיו אליך בשם ישוע. Для всякого, кто обращается к тебе сейчас во имя Иешуа Мессии.